Добрый день, симпатичнейший Герман Оскарович. Я знаю, как для вас пятое измерение включить. Нежно поглажу ваши барабанные перепонки, помогаю простроить новые связи нейронные. Мысли материальные, научно доказанный факт. Подумайте 5-6 секунд, чтобы Илон Маск послушал марсианскую рапсодию для Илона Маска и запустил ракету на Марс с логотипом Сбербанка. Подумали? Спасибо, кстати, у вас юбилей. Вам сегодня 2-1-8-7-1 день. Поздравляю, дата не круглая, это парадокс. От этих строчек начинается плавится мозг. Хочу передать привет Эминему, братану, Елене Блиновской. Лена, я тебя люблю. Как нетрудно заметить, я в потоке, в ресурсе. Чтобы понять меня, включайте шестое чувство. Это как таблетка Вернона из областей тьмы. Активирует в коре мозга все рецепторы. Обостряются зрение, обоняние и слух. Но только это не таблетка, это вера в мечту. Во-первых, по вере вашей дано вам будет. И я верю, я верю, я верю в чудо. Я мечтатель, я мечтаю, я летаю в облаках. Сердце изрезано шрамами, но я продолжаю мечтать. Во-вторых, не бойтесь никогда и ничего. Трусость — это самый страшный порог. Я не боюсь ошибиться или выглядеть глупо. Мне совершенно не важно, что подумают люди. Но я болен, я болею болезнью Булгакова. Мои шедевры не получают признания и славы. Музыкальная поэма 33 главы. Мастер Маргарита, первые буквы ОЛИ. Я болен, я ищу врача, мне нужен доктор Дре. Пилюля для славы, лекарь Герман Греф. В зеленой клинике Сбера, в кузнице талантов обо мне узнает мир. И я пойду на поправку, прочитаю рэп с Эминемом на матче НБА. Спою, я вернусь на переполненных Лужниках. Запишу фит с Аллой Пугачевой и Блиновской. С Маском заключу контракт амбассадорский. Дело в том, что мы с Илоном с одной планеты. И как только он услышит мои куплеты, слезы ностальгии по Марсу смажут его глаза. Он свяжется со мной на земле, начнутся чудеса. Песню на русском будет петь весь мир. И задавать вопрос, а кто такой Андрей Трухин. Эйфелеву башню и статую свободы раскрасят в цвета российского триколора. Будет рай на земле, будет рай на Марсе. Будем жить в любви и в мире, как в сказке. Прорыв в технологиях, прорыв в сознании. Любовь и доброта заменят беды и страдания. Я лев для рая, мне нужна львица. А пока мое сердце вдребезги разбито. Ключ от него на дне Персидского залива. Ведь мы не встретились с ней на Бурдж-Халифе. Пин-код от моего сердца, только у нее ключи. Это последние 4 цифры числа Пи. Но я отвлекся, в конце я хотел сказать: Герман Оскарович, слоны умеют танцевать.